Я вас властим вас приятен, я вас приветствую, дорогие друзья. Деспри уморул каревут локастас ан кишинам ан капитала републичи Молдова. Но своя фарти мултем дар врял синикс прим позиция, куништи аргументи. Вор плачи сауну дичиди с думня вастр. Астас ан центру кишинаулы, афостан пушкат, он лидер, а уней групер криминали интернационалы, турчаска, димари Британия, ну контяз. Important есть фактул кастас, он алт интерлоп, мерген петроти нет, сапропят шампушкат, зуа мари, фаранишун стресс, он алт интерлоп. Чема деранжа за пимень, тимасча татень. А ну и тут ворбешти, диспри реформе, диспри армонизарea legislației cu e. S-au făcut niște reforme, mai ales în mai, mai ales și de la poliția criminală, n-au ochi să-i vadă pe cei care le-au promovat și le-au realizat. Le luăm pe rând. Prima. Ministerul de Interne azi la noi se ține cumva pe patru elefanți. Ei, poliția de frontieră, ei, inspectorat general ситуации де урженца, и ЕГПУ, и инспекторату генерал а карабинерилор. Ши лануй к полиция дин фронтиера со вазут ду показул орибил каре со антамплат атаку террорист дела аэропорту интернационал Кишинев канал фостом пушкас до офицер. Деспри инспекторату генерал ситуации де урженца цене сменитик doi oameni au murit în zapadă. Astăzi au primit-o deja Palma și IGP-ul. Au rămas până și neatinși cei care sunt la Inspectoratul General al Carabinierilor. Stimați cetățeni, vă dau notă informativă care este în tot presă, nu vă spun ceva wow, dar pentru cei care nu cunosc. Deci, сегодня, значит, убитый на Рожкановке некий Изет Рен являлся одним из лидеров турецкого ОПГ Tottenham Turks. Группировки приписывают причастность к убийствам в Лондоне. В 2015 году этого человека приговорили к 21 году тюрьмы за торговлю оружием и наркотрафик. Был пойман в октябре 2015 года заряженным пистолетом и пулеметом в северном Лондоне, когда ехал на какую-то стрелку на стрельбу. Во время перевода в Wood Green Crown Court, одна из тюрем, два месяца спустя была предпринята вооруженная попытка освободить этого Рена из тюремного фургона. Полицейские ее отбили. Но при этом застрелили гражданское лицо. Потом его, похоже, экстрадировали в Турцию. В 2019 году, спустя всего два месяца нахождения в тюрьме, он оттуда устроил побег. В 2022 году его уже задержали в Молдове. 2022 год, это у нас время Рбони, Уамень, Бонь. Гражданские лица практически во всех силовых ведомствах и на ключевых постах. Значит, его задержали в Молдове, а затем его выпустили. Он подал, как пишут СМИ, заявление на получение убежища, и чувак преспокойно гулял по Кишиневу. И вот отсюда, и сегодня его застрелил киллер. Значит, теперь конкретно вопрос. Ребят, спецслужбы в любой стране существуют для того, чтобы они могли работать на опережение и предупреждать любой вид преступления, особенно то, что произошло сегодня в Кишиневе. Скажите, пожалуйста, вопрос номер один. Каким образом этот лидер ОПГ у нас в Молдове оказался на свободе? То есть подать на убежище достаточно для того, чтобы просто разгуливать по городу и ждать экстрадицию или решения по его убежищу? Вопрос номер два. Значит, скажите, пожалуйста, а службы оперативные? Я сейчас говорю конкретно про СИП и конкретно про МВД. И у тех и у других есть такое подразделение, которое занимается наружным наблюдением. Скажите, пожалуйста, товарищи сибовцы, для вас этот объект, он не был интересен?
Сегодня в то время, даже если его застрелил киллер там, из какой-то другой группировки, неважно какой, значит, за ним должно было быть установлено круглосуточное наблюдение, потому что он является прямой угрозой национальной безопасности. Значит, почему за ним не была установлена наружка СИБА или МВД, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Дальше. Хочу вам напомнить, что в нашей стране, после того, как ушли коммунисты, у нас большая часть руководителей спецслужб, это были или подразделения важнейших, были гражданские лица. Вот к чему приводит то, когда во главе спецслужб, и неважно какой, приходят гражданские лица, которые понятия не имеют о какой-либо оперативной работе. Даже сегодня партия ПАС назначила женщину, своего депутата ПАС, на должность госсекретаря Министерства внутренних дел. То есть они продолжают это делать даже сегодня. Окей. Скажите, пожалуйста, когда закончится это безобразие, что по всей стране увеличивается количество видеокамер? Количество видеокамер только не для того, чтобы обеспечить гражданам безопасность и держать под контролем безопасность страны, а количество видеокамер, которые просто тупо наполняет чьи-то карманы за счет штрафов за превышение скорости. Система безопасности страны не строится на видеокамерах для замерения скорости. Система безопасности строится на камерах видеонаблюдения, потому что сегодня, если вы в Лондоне забыли в такси куртку или портфель, то проследят всю цепочку, и вам скажут, в какой дом, или в какой отель, или в какой подвал его занесли. Вот что является системой национальной безопасности. Какой стране нужно видеонаблюдение? Сегодня я смотрю, все больше в СМИ появляется материалов на тему того, что с видеорегистратором машины, с камеры частного магазина, по камерам видео, по видео, снятым с частных магазинов, мы занимаемся раскрытием преступления и занимаемся обеспечением порядка. Ну, это просто позорище какое-то. Как и то, что напоминаю, я ничего против не имею депутата ПАС Дуана Мариана Лукретяну, нового секретаря Дестат, новый замминистра внутренних дел, назначенный сегодня. Но у нее образование, инженерия, химика, индустриалы. А факут мастерлан администраре афачелор шафачелор интернационале. Ребята, это Министерство внутренних дел. Акума, снимается что-то тень. Хадицк йотета мансалес. Дарама ища вон требари. Спринец ворок. Да щищем нали астас. Примеск групперили криминали интернационале. Деспри посибилитес или корресент астаз на Република Молдова. И у вас понч. Месажа у принята с группы или интернационали. Коряу репрезентант слава царь шкарину я. К. Република Молдова. Так в рейс рапешти у омдзева мари. Кумло рапит печаус. А звазут сыпать. Так в рейс им пушт пщинева. А звазут то-то он салез к спати. Адика, кейра перекай умор ла команда, ну и проблем. Да чего рбимный диспрейра перекай умор ла команда, к настас, держа уника Гриша Булгару, деляга дискис, солдат, ден бригада луй, он политика Республики Молдова. Штари мерсин, колсун, спидодон, шпуни, лидер пенсары, типа департиет, шажемая департи. Ниш, очестия лукрур, актуала потеря 0,5 комбати. Деаста снимать что-то тень под вас по нулукру. И уж ты уксын той сыр бунь, который штил со шваками серия. Дарен кодат. Азы залет, ну и мало мои. Дальше ласис. И сперк кондущий расчетур институте связку ништи экспликации. Анна фаса что-то тень. Караста зао купи инстрады. Спримблы паринцу лор. Спримблы уамени.
Nu mai merge așa. Știu că la unii n-ați vă plac, ori la mulți, ori la mai puțin. Dar eu nu mai cred astăzi că pot, se pot schimba lucrurile radical spre bine Republica Moldova, fără o nu mână de fier. Dar сегодня стране нужна диктатура порядка. Диктатура порядка, чтобы люди знали, что они, а, имеют кому пожаловаться, два, чтобы люди понимали, что они под защитой, а самое главное, что от начальника ЖЭКа до любого министра из правительства, значит, сегодня существует, еще раз, диктатура порядка. И люди будут знать, что кто-то должен отвечать. И неважно, еще раз говорю, косяк в ЖЭКе на среднем уровне или просто косяк какого-то министра. Это единственный вариант сегодня для того, чтобы поменять ситуацию кардинально в стране. И я с 14 года говорю про ликвидацию Центра по борьбе с коррупцией СИБА. Нам нужно, неважно, как мы его назовем, это будет агентство национальной безопасности, это будет молдавский МОСАД или какая-то другая структура. Но нужна реальная реструктуризация. И самое главное, в силовых структурах нужны вожаки из системы, а не гражданские лица, которые не могут отличить оперативное дело от машины, от полицейской машины. Или будут просто ходить и показывать нам, как они на день милиции стреляют из автомата. Помните видео с Анной Ревенко. Но все это очень ужасно и очень печально. И я считаю, что мы должны очень серьезно задуматься над этим происшествием, потому что это очередное преступление, которое показывает преступникам из разных стран, что в Молдове нужно делать все, что угодно. И это еще раз, и очень печально, и очень плохо. Очень надеюсь, что все эти умные деятели, которые считают, что они во всем разбираются, как можно быстрее исчезнут, и мы с вами сможем построить реальную систему государственной безопасности, которую будут бояться преступники, а люди будут аплодировать. Для меня это самое важное. Вадурец козик от моя фрумаса, овец грежет его в окупленте.